имевшая преимущество в произвольной, Лаура Леписто. Будет выступать сейчас за себя и за Сюзанну Токио, которая вынуждена была из-за болей в пояснице сняться с произвольной программы. Но, впрочем, мы знаем, что у бронзового призера предыдущего чемпионата Европы, Сюзанны Токио, было только лишь 17 место в короткой программе, и вряд ли она могла претендовать на что-то серьезное на этом континентальном форуме. Лаура Леписто, третье место после короткой программы, 62,96. Полтора балла отставания от Киры Корпи и 3 балла проигрыша Каролине Костнер. Этим надо пользоваться, господа. Лаура Леписто практически провалила свою произвольную программу. Фактически из
всех заявленных элементов. Чисто был выполнен только лишь каскад в самом начале программы. Тройной и еще один тройной тулуп, а также тройной ридбергер где-то в самой середине ее произвольной. Все остальное было либо с помарками, причем помарками серьезными, и касание льда дважды допустила Лаура Леписто, и без каскада из трех прыжков осталась финская фигуристка, да и каскады из двух прыжков тоже ей не покорились. 2 плюс 2 она исполнила вместо 3 плюс 2 в ридбергере и тулупе, и тройной лутц тоже только лишь в два оборота удался чемпионке Европы прошлого года. Фактически ей приходится распроститься с мечтами о медали первенства континента сезона 2010 года. И сейчас она в произвольной-то программе проиграет и Саре Майер, и Елене Гидеонишвили. Но, судя по всему, окажется между этими спортсменками по сумме баллов. Уступит спортсменке из Грузии, а вот швейцарку, наверное, за счет более сильной короткой программы обойдет. Самые высокие базовые оценки, базовые баллы были у Лауры Леписто за короткую программу. Но, правда, у нее были не сильнейшие прыжковые элементы. Я говорил перед началом короткой программы, что наиболее сложная программа по заявленным элементам у Алены Леоновой, и это полностью соответствует действительности, если брать чисто прыжковую часть. По прыжковой части у Леоновой было 17 базовых баллов, 16,3 у Каролины Костнер, 16,5 у Лауры Леписто. Но за счет других каких-то элементов, вращений, дорожек, шагов, Леписто обошла нашу спортсменку, и Каролина Костнер в базовых показателях короткой своей программы догнала нашу спортсменку. 31 балл был базовый в короткой программе у финской фигуристки, и по 36 базовая стоимость была короткой программы у Алены Леоновой и Каролины Костнер. Но сейчас прекрасно понимает Лаура Леписто, что она не сделала всего, что могла, однако же поезд, ведущий к золотой медали чемпионата Европы, ушел, и сейчас за бронзу бы зацепиться. Но думаю, что при идеальном прокате Костнер, Леоновой и Киры Корпи останется вовсе без медали Лаура Леписто. Но, впрочем, посмотрим, как оценят судьи ее компоненты. Все-таки это чемпионка Европы. Компоненты самые высокие, 103,41, тем не менее, это не помогает обойти ей Елене Гидеонишвили по итогам произвольной программы. И, разумеется, финка проигрывает грузинской спортсменке, и сейчас она только вторая. Гидеонишвили по-прежнему в лидерах. Нет, все-таки ошибся я в своих расчетах чуть-чуть, но сумела опередить Лаура Леписто Елене Гидеонишвили.